Привет, с вами Вероника, а также, как вы меня называете, многие Сары Бас, ваша казашка. Сегодня опять очередная реакция, простите сразу за звук, потому что с этой стороны машины, с этой стороны дети и так далее, поэтому не знаю, как будет, надеюсь, нормально, и вроде я говорю громко. Вот, но тут подружка сидит, смеется, мы с ней вместе снимаем. Будем начинать смотреть сегодняшнюю реакцию, вы как уже увидели по названию, это Камшат, Жылдыбаева, Падиша. Смотрим, я видела многие скрины и понимаю, что клип на самом деле очень клёвый, но на самом деле, ребят, я клип не смотрела. Сразу извиняюсь за свою немногословность, как говорится, потому что я всё-таки на улице и очень много там размахивать руками и там, о, я не могу, потому что всё-таки люди на меня смотрят. Это всё равно какой-то фактор, который влияет немножко на меня. Поэтому начнём смотреть и сейчас я вот так сделаю лучше. Раз, два, три, поехали. Ого, это круто. Нереально. Это сколько просто денег угрохали на клип, на монтаж и на все остальное. Потому что первая сцена, когда она снималась в воде, по сути, в воде очень сложно сниматься. И это сделать красиво, это очень сложно.
просто даже лежать, я не знаю, там, может, сверху кто-нибудь что-то поддерживал, или кто-то ее поддерживал стопудово, потому что просто лежать там красиво, вот это быть, и вот волосы, и макияж, чтобы, ну, это реально захватывает, конечно, серьезно. Потом следующий момент, когда она сидела на троне, вот этот трон у нее, да, все красиво, по сути, так было, блин, это нереально. Это столько всего, что, видимо, корона, она тоже была, по сути, знаете, из каких-то камней, наверное, драгоценностей, потому что выглядело это очень-очень клево. Следующий момент, когда она уже сидела на этой высокой вышке в образе, даже не могу сказать, какой это именно образ был, но что-то мне это, конечно, напомнило. Образ какого-то персонажа, да, из какого-то этого, из какого-то фильма, может быть, даже, но это очень клево. Вот эти волосы длинные в косичку собраны, это, блин, это нереально, как по мне. Я говорю, не знаю, сколько денег просто было на это потрачено, это... Блин, я рада, что я посмотрела. На самом деле, конечно, я не больно поняла весь смысл клипа и суть как бы слов самих. Там была такая фраза «подешай, Минен», типа «я под... Минен», типа «я подешай», когда вот, ну, я не знаю, мне тут не хотят подсказывать с переводом. Вот, но на самом деле, конечно, очень клево получилось. Вот это, кстати, лев, у меня такая сразу ассоциация пошла почему-то с Нарнией. Вот то, что она вот эта снежная королева, я вот не знаю, как-то почему-то отсылка к этому, может, конечно, это не так. Если это не так, вы меня, пожалуйста, спрашивайте, напишите, как бы, что вы увидели в этом клипе. Может, вы уже знаете саму, как бы, вот всю историю клипа и что вообще там хотелось показать, поэтому напишите в комментарии, буду очень рада. Спасибо, что посмотрели меня, спасибо, что оценили, всех вас очень люблю.